Всем привет! Всем привет! Сегодня я покажу вам баг на небольшой рывок. Там всего 4 сервопривода, одна кнопка и пару блоков. Также магнит идет. Какие пару кнопок? Какие сервоприводы? Сейчас покажу. Нет, вот это! Мы же вот это смотрели с таймерами. С таймерами хотели? Подожди. Я немного не вступил. С таймерами или это? С таймерами! Тайны сложнее будет. Единственная первая постройка, которую я вижу, чтобы вот эти блоки использовать, угловые. Да. Они нужны, чтобы не сломался всяком. А как тортики надо ставить там? Сначала берешь, ставишь вот так, торт, счищаешь это. Так? Да, так. Все, я готов. Стульчик убирай. Управлять буду я, потому что в прошлый раз, не очень так. Ну, тут столько их много. Все, я включаю. Зажимай. Магниты потихоньку активируются, но почему-то первый не активировался. Так, а мы как будто просто на самолете вот так плывем. Как будто реально на самолете. Ладно, подождем, пока все включится. Вот самолеты же сначала тоже просто едут. Это получается как самолет. Ну да, примерно так. Только мы немножко медленно едем. Ну все, полетели. Пускай кнопку. Сейчас. Прикольно еще выглядит так. Пружинки все, как будто выстрел происходит. Ой. Прикольно. А вот вашему другу, вот я в прошлый раз, когда ты управлял, у меня всего этого не было видно. Пружинки так, отскакивают, прикольно. Куда это мы прилетели? Вот уже майки. Сейчас упадем. Я сюда свернул, а то мы бы упали. Нажми кнопку отпусти, тогда будет быстро активация. Что? Нажми кнопку просто отпусти сразу. Сейчас. Так, чтобы мне-то быстрая активация не нужна. Стой, мы сейчас упадем. Да не боись, все под контролем. Все, мы почти сокровища. Активируем еще раз. Надо, нет, не надо. 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 Сейчас. Если сможешь прекратить, то прекрати. Смогу прекратить. У нас, смотрите, какой смелый пассажир. Он реально выжил. Ты что? Я ломаю систему. А я встать не могу. Убери мне тортик. Смотри, какой у нас был смелый пассажир. Почти что проиграл, но зато выиграл. И зато самый первый. Ну, мы рецетимся, мы проиграли. Так, думаю, мы еще что нибудь посмотрим. Еще какой-нибудь дебаг. Только он тут сервоприводом какой-то непонятный. Он легче немного получается этого. Он мне сложно понять, что это такое. Еще один баг тоже. Я тебе поставлю стульчик. Садись сюда. Вперед. Самое почетное место. Что не делай так? А что это вообще? Это как? Что за майки? Это стоп, а если я выключу? Выключи. Не кричу. От того, что просто сервоприводы вот так тебя прижимают, ты быстрым становишься. Да. Сам придумал? Да, вообще то же самое, то, что этот баг с рывком. Только наверху. Я случайно не рассчитал и неправильно привязал сервоприводы к кнопке. Из-за этого начал толкать меня. Я вообще начал сначала взлетать вверх, потом переделал немного и получился такой баг. А получается, просто берет, поднимается, тебя толкает, и ты становишься супер-пупер быстрым. Да. А если внизу еще лед поставить? Можно пробовать еще сделать, чтобы он вообще летал, но мне кажется, это будет сложновато немного сделать. Че сложного? Кнопку зажми, давай на базу. Я тебе сейчас покажу, как это можно сделать. Стой, стой. Сейчас, я тебе сейчас покажу, как можно вверх. Прекрасно. Ну че, реально работает. Полетели. А я думал, мы вообще высоко полетим. А что? Я реально нашел позу. Мы поднимаемся все выше и выше. А чё мы высоко-высоко не полетели, а так мало только? Отключи. Да сейчас. Не выключается. Стой, все, падаем. Падаем. Под сокровище. Кто первый тот успел? Подожди меня. Нет, я первый. А как это там сундук стоит открыт постоянно? Да, у меня закрытый он был. А у меня там стояло просто золото в небе висело. И сундук. Да, загружу еще одно. Не осталось. Это что? Небольшой, маленький баг. У тебя только баги? Да. Я помешан на этом. А ты ничего обычного никогда не пробовал устроить? Строил, потом резко почему-то перешел на баги. Давай, вниз. Когда я сделал. Сейчас. Это. Да. Еще магнит, пожалуйста. Торт оказался в том месте, где и должен был быть. Торт во рту. Ну как? Ну, сейчас посмотрим, что это за simple bug. Ой, блин. Это что такое? Что произошло? Что происходит? Выключи магнит. Кажется, из-за того, что я там сзади сел. Да. Все, я катапультируюсь. Хочу жить. Ой, а я поднимаюсь выше. Я должен был падать. Ну, давай-ка заново загрузишь, а то мы как-то неправильно начали. Еще один небольшой баг. Это универсальный баг. Стой, стульчик. Что этот баг имеет?
Думаю, ты помнишь вот этот баг. Подожди. Стой, ничего, не жми, пожалуйста, ничего. Мне надо поставить у этих 75. И, короче. Мне нужны стульчики для моих друзей. Реверсион. Ай, блин, что происходит? Что ты сделал? Убери стульчики эти. Ну, вдруг друзья придут. Мне обидно будет. Ты заставил стульчиками. Все, я готов. Сейчас я настрою немного. Что... А, блин, да. Что происходит? Почему ничего не происходит? Вот, все, сейчас. Стой, ничего не делай. Ничего не делай. Ладно, друзья придут попозже. Три. Это... Я что-то не понял. Это тот баг, который с сервоприводом для ковра самолета, только какой-то да, другой. Да, только его можно, во-первых, можно его еще и убрать. Я могу в определенный момент просто убрать коллизию у заборчиков и просто упасть. Продолжу дальше ходить. А, этот уже может выключаться и включаться. Да, это включается и включается. Вот из того ковра самолета нельзя было отключить. Да, но, правда, сюда. Толку не будет, ты все равно вылезти же не можешь. Давай на базу. Так, ну если ты строишь баги, почему они у тебя все летательные? Или ну, бегательные? Такая у меня тематика. А нет, не летательных и не бегательных, а каких-то обычных. Падаем. Происходит. Убери стульчик. Сейчас я уберу, дай мне. А, фиксацию выключи. Да подожди. Пожалуйста. Лифт, машинка небольшая. Для маленьких. Давай. Убираем фиксацию. Да спускай ее. Фух. Твои колеса немножко квадратные выглядят. Да. А это что? Это что-то типа баг или не баг, не знаю. Может стать. А как на этом вообще так. Ехать? Ставь под тебя стортик. Сейчас. Залезу сейчас. Тебе стортик? Не, просто ставь под себя стортик, да. И убирай стульчик. Как я его уберу? Он же твой. И спрыгни точнее с него. Я спрыгнул. Секунду. Был добавить это в этом обновлении. А почему мы быстро не едем? Стой на месте. Стою. На пути. Строим на пути. Лифт, машина. Того. Что если такой дрифт в машине врезаться в стенку? Ха-ха. Произойдет небольшой кек. Спрыгнул. Эта машина умеет летать. Летающая машина будущего. Была дрифт машина, стала летающей машиной после того, как я ее взял в свои руки. Надо как-то спуститься теперь. Чи двигатель. Нет, я спущусь старинным способом. Я только выше становлюсь. Беру его. Я хочу к Печенегу в гости. Во какая дрифт-машина, сама едет, я даже ей не управляю. Ну да. Вот такая вот машина, разумно. Стой, надо кое-что сделать, и тогда ей даже управлять не надо. Вот так. Это бесконечная машина, которую просто включаешь и летишь. Ой, не просчёт. На такой я как-то неправильно лечу. Колеса должны быть наверху, да? Или... Так и задумано, будем считать. О, нормально. Бензин кончился. Заправь меня. Это просто машинка, которая есть. Заправь меня, у меня бензин кончился. Чёрт, всё, ехать. Подожди, дай сяду. Дай сяду, нет. На, садись быстрей. Давай, это супер делюкс такси. На нем очень классно ездить. Оно едет даже без меня. Оно само едет. Я даже не могу не управлять. Полетели. Ты. Нормально, как бы, да? Вот, ну, смотри, я даже не управляю этой машиной, она сама едет, просто отпираясь об стенки. Мне даже Вечный управлять круг. Не надо. Она даже может сама Ой. Все, поехали. Такси так и задумывалось. Пойди. Да. Вообще-то такси должно было выглядеть вот так. А, кстати, я могу управлять. Это самая нормальная, обычная машина. Где я не такое вижу? На улице. О, она перевернулась. Это машина, которая умеет переворачиваться. И также летать. Смотрите. Сейчас, куда-нибудь врежемся? Здесь, остановись-то. Надо все, чтобы она летала. Нет. Надо вот так. Я покажу. Так вот не надо, смотри. Надо врезаться куда-нибудь мощно.
Сейчас. Я знаю, как сделать. Я тоже знаю, как сделать, чтобы она летала. Давайте без везучести. Рампочку. Делаем вот так и полетели. А, ну нормально. Так, теперь надо включить эту ракету. А, нет. Вот, все, машина летает. Круто. У меня получилось с помощью красного ускорителя летать. Сейчас, я к тебе спущусь. А, бензин кончился. Кто тут поставил? Убедите. Ладно, так, давай-ка пройдемся дальше, мне торт надо убрать. Сейчас. По машинку мы рассмотрели. Это что за веревки тут? А, все пропали. Ну, это от грыпнов, наверное. Стой, а где домики? Я хотел на домики посмотреть. Так, вон домики, сейчас загружу туда их. А, бедный ты. Зацепили. У меня появились суперспособности. Иди. Я гарпунмен. Чего тут написано на табличке? Абобовская область. Это что? Абобовская область? Да. Это моя любимая область. Да. Так, что тут еще есть? Сейчас посмотрим. Здесь есть домик заржавевший и сгоревший. Тюрьма. Опасно от преступника. Да, может сойти сзади. А. Только маленьким человечком. Да. Как? Тут не пройдешь. Я слишком жирный. А вот. А тут опасный преступник, разработчик билд-бота. Ага. Опасно очень. Ага, он нам не сказал, когда обновление выйдет. Лампочка есть у него. Сидит во мраке, лампочка смотрит. Он очень опасный, его надо кодовыми цепями поймать, потому что он может переворачивать карту одной командой. Говорим мы в тюрьме с этим человеком. Ой, бежим отсюда. Надеюсь, там есть какая-нибудь ультрамагнитная защита. Так. Раньше были фейерверки, но они пропали. А вот тут что? Домик. Не доделанная немного. Да. Очень гениальная лестница расположена. Ну да. Ее даже из улицы видно. А еще одна. А наверху что? Ой. Тут ничего особого нет такого. А на второй этаж попасть я не могу. Так, здесь есть еще ферма. Верки. На которой есть из растений из заржавевшего металла. А все растения состоят из булыжника. А земля пластиковая. Вот чем мы будем питаться в будущем. Да. Это что такое? За пульт управления? Да, фейерверк, что построил. Было минус уши. А вот здесь что? Дарочек. Как его открыть? А вон там кнопка, чтобы открыть подарок. Сигнализация. Не знаю, зачем я придумал ее. А что она делает? На этом все. С вами был Ух Геймс и... Дрим. А. Ну, всем пока. Ой, ты что там говоришь?